Всем привет! Мы сегодня с вами делаем стойку и второй цветок у нас сегодня. Номера бумаги у меня будет желтый. Мы его с вами разрезали в том видео, в прошлом цветочке. И у нас и у вас, и у меня, и у вас должно остаться было вот еще три таких. Одну мы использовали, еще три таких должно остаться. Сделаем с вами сразу серединку. Так, сейчас я еще возьму шар и прикрепим на основание. Шар у меня 12 сантиметров. Поделываем и вставляем. Основание готово. Теперь начинаем нарезать. Вот у меня камера была приближена. Складываем нашу полоску. Она была 40 сантиметров. Мы ее в тот раз разделили на 4 части. Складываем 2, 3 раза. И... Так, сейчас, секундочку. Здесь все выравниваем, чтобы здесь все ровненько было. Разрезаем не до конца. Серединка будет немножко другая, но желтая. И будет еще меньше, поэтому я еще разделю вот эту вот часть. По 2 сантиметра один лепесток должен получиться. Даже у меня 3 сантиметра. И вырезаем форму, какую вам захочется. У меня вот такая вот будет, вот такая вот. И сразу скручиваем, полностью все скручиваем. И этот также. Раскрываем. Так, сейчас я тут уберу. И выворачиваем в разные стороны. Вот так вот склеиваем, и вот наша серединка будет готова. Так вот склеиваем, наша серединка будет готова. И приклеиваем ее к основанию, к самой середине. И все. Еще один желтый не надо, потому что будет слишком бросаться в глаза. В этот раз я буду белую бумагу красить вот таким оттенком, потому что заканчивать я буду вот этим. Более-менее подходит. Берем белый, это номер 600. Давайте сразу приклеим серединку. Сначала между собой. Так. Вот таким вот образом. Чтобы она не распадалась. Thank you.
приклеиваем к середине. Если где-то вот слишком торчит, я лучше ее вот так вот загну. Теперь нарежем с вами все два рулона, и потом уже будем все клеить. Белый нужно будет еще покрасить. Сразу разрезаем весь рулон по 40 сантиметров. Теперь будем нарезать. Я вам покажу на одном, потом уже все дальше сами продолжите. Складываем и обязательно измеряем высоту. Как измеряем высоту? Как узнать, какой нам нужен сейчас диаметр? Берем основание, прикладываем. Нам нужно, чтобы она закрывала, значит, надо чуть выше. У меня это раз, два, три деления, чтобы закрывала. Три деления. Сейчас я разрежу. Я так думаю, это будет три равные части. Да, по три деления это три равные части. По 16,5 сантиметров. Я вам сейчас все покажу, потом все сделаю за кадром. По 16,5 сантиметров, три полоски. Складываем. И еще раз складываем. Таким образом. Раз, два. Раз, два. Теперь делаем форму. А, сейчас я вам скажу сразу, сколько их получилось. 12 на 16,5. 12 на 16,5. Складываю все 4 и начинаю формировать. Теперь берем салфетку. Сейчас берем наш лепесток и начинаем его разукрашивать. Где я приготовила только что? Ой, идеальный цвет подходит. Я только кончики. Можно вообще, знаете как, с обратной стороны. Я думаю, следующий цветок мы вот с этой стороны сделаем. Выстираем. Сейчас сделаю все 4 и покажу, как формировать. Формировать будем по 2. Складываем. Складываем вот так. Выжимаем. Открываем.
вытягиваем. И вот здесь еще вот посерединке кончик. Все. Наш лепесток получился вот таким превосходным. В конце будет вот такой цвет, будет идеальный переход. И давайте к нашему основанию. Посмотрим, как будет выглядеть это все. Приклеивать будем вот так. Вот таким образом. Во, вот это да. Очень круто. Вот таким образом. Смотрите, как круто будет получаться. Все, делаем весь рулон, такие лепестки. Потом будем приклеивать. Все, я нарезала, покрасила и вырезала все лепестки. Теперь будем с вами их приклеивать. У меня здесь некоторые поменьше получились, некоторые побольше. Которые поменьше, я сейчас приклею. Приклеиваем их чуть-чуть к шарику. Так. Вот таким образом. Смотрите, вот так вот, видите, к шарику чуть-чуть. Ну, чтобы удобно было крепить, и чтобы ничего не отклеилось. И теперь в порядке, который вам нравится, в любом направлении, приклеиваем их вот так вот, по кругу можете приклеить. Я не люблю чисто по кругу приклеивать, потому что... Здесь у меня вот побольше, потому что какой-то неестественный цветок получается. Лепестки же не растут так. Так вот. Если какой-то повыше, какой-то поменьше, просто контролируйте сами. Приклеивайте какой-то чуть ниже, какой-то чуть выше. Не обязательно что-то подрезать. Самой даже интересно, что получится. Ну все, давайте клеить в быстром режиме.
Вот что получилось. Так, сейчас. Давайте вот так его положим. И я вам его покажу. И теперь мы с вами делаем большие листики. Такой необычный получился. Я форму такую никогда не делала. Смотрите, такой вот. Теперь сделаем с вами, вот еще у меня сколько места осталось, еще здесь сделаем с вами. Берем с вами второй рулон и отрежем сначала также по 40 сантиметров номер 584. Наверное, я себе его оставлю, у меня, наверное, такого номера нет. Какой красивый цвет. Жалко, камера не передает. Но вживую будет такой же делать. Очень красивый цвет. Не помню, делали мы такой с вами или нет. Но цвет вообще... Очень... Нет, на камере он совсем другой. Нет, он намного темнее, чем на камере. Просто мне тут так светло. Вот, я немножко яркость убрала. Более-менее стал похож, но вживую он просто обалденный. Отрезаем по 40 сантиметров. Так, 4 и 5, наверное, будет. Тут остатки. Вот, смотрите, как у меня все ровно получилось. 5 штучек таких. Складываем, делим на 2 равные части, потому что нам нужен цветочек закрыть. Тут нам вот так. Просто на 2 равные части разделяем. Все. Я вот так обычно я кладу, прикладываю вот так вот и разделяю. Какой цвет? Ой, я не могу. Может, я потом его вам в этом, когда поедем на склад отвозить цветы, я вам потом отдельно видео вставлю. Или на улице, может. Тут освещение не такое, цвет не передает. Но цвет просто очень-очень красивый. Я в восторге. Я еще приболела, поэтому не знаю, как видео будет сейчас выходить. Берем. Остальные я за кадром нарежу. Так, наша полосочка 40-сантиметровая. Складываем раз и складываем два. Нам нужны толстые лепестки. То есть у нас листок должен быть толстенький. Не надо его сужать, а то получится форма другая, как я обычно делаю. Получается у нас эта форма... Ой... Один лепесток, 12 примерно, на 25, 12 на 25, то есть по 4 лепестка, так, сейчас. Вот, здесь их 4, и форму, форму ту же самую вырезаем, в принципе, как и вырезали, чтобы все одинаково было, все красивенько, чтобы у нас было. Вырезаем вот так. Надо было два вырезать. Ну, не хочу по одному растягивать. Если вы растягиваете по одному, напоминаю, то у вас форма со временем потеряется. Нужно растягивать по два. Потому что дофлинная бумага будет терять яркость. Яркой стороной лицевой будем вклеивать вот так. То есть внутрь. Потому что обычно цветок фотографируют с лицевой стороны. Если вы этой стороной приклеите, у вас яркая сторона будет незаметная. Будет некрасивая. Скручиваем. Прямо очень хорошо скручиваем до серединки. Вот так. А сам лепесток я вам сейчас скажу, сколько получится. А, ну он так и получился, зачем говорить-то. Вот. Смотрите, вот такая вот должна. То есть я не в ту сторону. А, не в ту. Вот такой вот лепесток должен получиться. Мы сначала будем с вами приклеивать вот так их.
Вот так, смотрите, ух ты, красота. Вот так. А потом кончики, потом так в обратную сторону. Я так хочу попробовать. Посмотрим, как получится. Все, делаем такие лепестки. 25 на 12. Вот такие вот, такой вот мятый край. И будем приклеивать. Девочки, у меня, в общем, что-то слышка произошло. Я вам записывала, уже один приклеила, а у меня стерлась. В общем, вот так я приклеила его. Как на расстоянии, как хотите, не хотите, чтобы закрывала ряды, то ниже приклеивайте. У меня немножко ряд будет закрывать первый. Вот. И что хотела сказать. Я специально так сделала, чтобы вам с двух сторон было видно. И в зеркало вам видно сам цветок, и здесь видно, где я приклеиваю. Ваза уже не держит. Эта бумага, вот этот цвет, очень сильно красится. То есть работать с ней лучше в перчатках. Потому что я сейчас ходила в магазин, и у меня руки не отмылись. Было очень некрасиво на свету, это все смотрелось, как будто ожог какой-то. Вот, очень красиво получается. Такие мы с вами еще цветочки не делали, я все синие да синие, голубые. В этот раз у меня будет стойка разноцветной, чтобы выбор был большой. Цветочки эти я буду сдавать в аренду, также продавать. В аренду летом на свадьбы, праздники, и не только летом, и зимой. Ну что, давайте по кругу, а потом будем спускаться ниже и все приклеим. То есть вы выбираете сами, как вам удобно клеить. Форму любую, это ваш цветочек, не обязательно, чтобы у вас получалась копия. Вот я захотела его так приклеить, я вот так клею его. Да, надо, чтобы не торчало тоже ничего тут. Но они разные, конечно, в листочках-то.
Вот что получилось. Вот такой вот цветочек. Можете просто нежно-розовый в серединку взять какой-нибудь. Ну вот под этот цвет можно просто белый. Но мне кажется, так смотрится интереснее тем, что... Ну на камеру, конечно, никогда не придает. Видите, какие руки красные от вот бумаги этой. И не смываются. Тем, что можно без, без желтой серединки сделать. Но так как у меня все с желтой серединкой цветы будут, я из-за этого уж и сделала. Если сделать весь вот такого цвета цветок, полностью вот этого цвета, ой, куда упал, стоять, то тоже хорошо будет. Ну, то есть выбирайте сами оттенки, не обязательно такой же точности делать. Это у нас будет уже второй цветок на стойку. Вот сколько места осталось для зелени. Зелень сделаю за кадром. Все, стебель сделаю за кадром, потому что в прошлом мы с вами делали вместе. И все. И вопрос... Ой, ответ на вопрос сейчас еще будет. Сейчас он... Задавали мне вопрос, сейчас отвечу. Сейчас уберем его. Видите, вот такие вот листочки красивые получились. Мне задавали вопрос, как делать эту стойку. Я показывала в видео уже эту стойку во влогах, можете посмотреть, потому что задают вопросы одни и те же, но я же не могу каждое видео на одни и те же вопросы отвечать. Это уже получится то же самое все. Вот. Это лестница, покупали ее ступеньки в Аби, покупаем ступеньку, здесь вот тоже эта ступенька, это все ступеньки. Разделили на 4 равные части по 30 сантиметров, получается 30 на 30 она. Соединили здесь гвоздями и там. И все. И здесь сделали дырки. Сережа покупал размеры специальные по трубе, но я во влоге это все показывала. Я вам еще, когда вот это будем доделывать, я вам это обязательно покажу, как мы делали. Вот, и все, и делали дырок сколько мне надо. Это у нас под 32-ю трубу, а это все под 16-ю. Но 32-я, что-то я думаю, здесь, по-моему, по 26-ю или по 25-ю. Думаю, не пригодится она мне. Это я краску пробовала, но это мы с блестящим фоамираном закроем. Хочу блестящим закрыть, потому что травой это очень тяжело. Вот, смотрите. Кстати, вот тут цветочки я сюда поставила. Это вот блестящий серебряный. На свету он очень круто смотрится. И вот он у меня тут стоит. Красавчик наш первый, который мы делали. Так что будем сейчас ставить второй цветочек. Вот. А я сделала таких два просто. Этот мне хотят купить, поэтому я его убрала. Ну, такой же будет точно стиль. Может, какой-то еще придумаю. Посмотрим. Вот у меня все трубы лежат. Это, наверное, не знаю, самый большой, не самый большой будет цветок. Нарезала я. Я вам в видео говорила, сколько она метров. Так, высоту можно, наверное, какую? Какую вставлять? Сюда вот. Так, и нагнем его вот сюда, наверное. Выдержит. Не знаю. Так, сейчас. У меня здесь просто стоят пока что вот эти цветы, потому что мы не успели съездить за стойкой. Поэтому у меня тут пока безвыходный вариант. Давайте попробуем поставить этот на 16-ю. Выдержит ли? Ну-ка, отлично. Смотрите. Выдерживает. У меня даже, вон, видите, как изогнут. Но это я, конечно, все потом поправлю. Выдерживает, но он ровно будет стоять, естественно, только кончики загибаться. Его можно и, в принципе, наверх. Вот такой вот второй у нас цветочек. Их можно менять местами. Подумаю, что будет третьим. В высоту, кстати, 1,20 м. Вот этот вот. Вот этот вот 1,20 м. Первый у нас был поменьше там. Не помню, сколько сантиметров. Вот эта вот труба 1,20 м, 16 диаметром. Я только 16 буду вставлять. Потому что, ну, смотрите, даже изогнутый идеально держит и никуда не денется. Кстати, цветочек мне не нравится. Надо его так вот, лепесток. Вот. Теперь нормально. И вот это тоже. Что не нравится, берем вот так вот, закручиваем. Одной рукой неудобно, я потом расправлю. Сейчас сделаем зелень и все вам вместе покажу. Вот эту стойку будем украшать в конце. Просто вынимаем все трубы, заклеиваем полностью фоамираном. И просто делаем дырки вот в этих вот, чтобы вставить наши цветочки. И все. Чтобы можно перевозить было. То есть вы вставили и все. А кто хочет для фотосессии, допустим, один вытащить цветочек, он снимает его и фотографируется с одним. Это будет намного выгоднее, интереснее, и их можно менять местами. Пока что у меня здесь вот так вот, кстати говоря. Вот.
Вот тут я более-менее установила. Здесь будут у нас цветы только из гофрированной бумаги, поэтому не обращайте внимания на эти пионы мои. Вот что хотела сказать. Листьев много не делайте. Делайте там 3, ну 5 много, вот только на высокий. Если делаете больше, вы не сможете их крутить в разные стороны. Потому что здесь их еще раз... Сколько нам еще надо сделать? Раз, два. Мы сделали 2, еще 5. И если вы это все листьями заполните, тогда вам не будет пространства, чтобы их трубы крутить в нужные вам стороны. Это будет очень дискомфортно, и лепестки будут рваться. Поэтому лучше не надо этого делать. Вот. А этот цветочек я уже не вставлю туда, потому что он у меня вклеен вот в это основание. Тоже обычная вот такая же доска. Я ее обклеила, сделала дырку и все. И цветочек мой готов. Так что он мне пока сюда переезжает. А эту мы сделаем, наверное, белый. Я хочу сделать неразрисованный. Какой-нибудь нежный вот такой, что подходил к этому оттенку, чтобы они сочетались. Сейчас не сочетается из-за того, что ну, вот это из алона, мой пиончик, а это из бумаги. Поэтому мне не нравится сочетание. Их я еще тем более не доделала. Из их 2. Вот. Но пока будут у меня стоять так, потому что у Вики нету стоечки второй. Мы не можем в Абис ездить, поэтому они будут, красавцы, стоять так. Все, вернусь к вам, уже все вам сказала, что хотела. Вернусь к вам, как уже будем, сделаем листья и закончим видео на этом. Девочки, что еще хотела сказать, можете оставлять свои комментарии под видео, вопросы, что вам непонятно. Я тогда буду в следующем видео, допустим, буду следующий цветок делать, и буду рассказывать вам. То есть вы спросили, вот меня спросили, как эту стойку делать. Я уже рассказывала, но какие руки красные. Но в следующем видео, сегодня вот, допустим, я про стойку опять вам рассказала, потому что понимаю, что многие подписываются только на канал и прошлые видео не смотрели, и задают эти вопросы. Поэтому, кто будет в комментариях писать про какой-нибудь там цветок, вопрос будет, я буду в следующем видео на эти комментарии вам отвечать. Цветочек готов. Вот такая вот красота получилась. Так, сейчас поближе вам покажу. Второй цветок сейчас я покажу, какой буду делать. Который мы с вами делали маленький, я его увезла, потому что его попросили, забронировали. И он фиолетовый, я решила сделать все красные. То есть вы можете просто сделать вот этот цветочек второй красными. Вот у меня тут листья. Листьев я сделала немного, потому что будет еще 6 цветов, поэтому если сделать очень много листьев, они будут мяться друг об дружку, и будет очень некрасиво смотреться, потому что они будут просто мятые. Высота здесь примерно, даже не примерно, а ровно метр я мерила. Вот именно вот этого стебля, который вот этот вот, он у меня первый. Вот видите, 2 дырки первых, вот он у меня здесь первый стоит. Он метр высотой, этот цветочек. Вот самое высокое будет 1,65 м, прям в мой рост самый высокий цуток будет. Это тоже 1,20 м получается, а другие я еще не нарезала. Так, еще что-то я вам хотела показать. А следующий цветок с какой бумаги буду делать? Так, сейчас. Здесь у нас вот такая вот серединка была, мы ее разрисовывали. То есть первый цветок вы можете сделать тот маленький, который мы с вами первый делали. Просто в любом оттенке, который вам нравится. И сейчас покажу цвета, которые будут следующего цветка. Будет серединка посветлей, номер будет 582, а потом будет 586. И здесь мы купили вот такую вот трубу, она синяя вся. То есть можно купить и просто сделать, если, допустим, делаете синим цветом все стебли, всю стойку синим цветом и цветы, то вы можете просто добавить сюда, сделать дырку и листья закрепить синие. Тогда будет идеально, вам даже не надо будет ничего красить. Это продается в Leroy Merlin в Нижнем Новгороде, я думаю, везде продается. Мы последнюю забрали синюю. То есть для синих стоек идеально. Я знаю еще, я видела, зеленые продают. Вот если зеленые будут у нас, я обязательно куплю. Будет идеально. Вот, так что следующее у нас будет тоже 2, потому что они все будут небольшие, из 2 рулонов, потому что если мы сделаем больше рулонов, 3 будет тяжелый и не будет выдерживать, потому что вот этот пион у меня выдерживает только один, второй точно не выдержит. Поэтому будет живой мастер-класс и платный мастер-класс. Так как я сама покупала платный мастер-класс и немножко переделывала под себя, как мне удобно, поэтому здесь я не имею права выкладывать живой мастер-класс этого. То есть
Мне потом могут сказать, ты не офигела, девочка? Так, вот, поэтому вроде все новости, которые я вам хотела сказать, вот такой вот, в диаметре, да, я вам, наверное, не сказала, сейчас обязательно скажу. У меня он получился 40 сантиметров, и для зелени я взяла вот этот вот оттенок новый, который мы закупали. Так, сейчас, секунду, у меня просто, сейчас. Номер зелени 591, мы покупали вот этот вот, мне больше всего понравился, и у меня здесь их 5 штук еще зелени, даже, наверное, больше, поэтому я вот его взяла для зелени, будет хорошо смотреться, и когда будет выгорать, не быстро будет выгорать. А низ я сделаю вот таким вот фоамираном, как и здесь, блестящим фоамираном зеленым. Он очень хорошо смотрится, сейчас я вам даже покажу его. У меня тут он еще есть в наличии. Поступление будет каждую неделю. Мы поедем закупаться, я думаю, на следующей неделе. В конце апреля получается примерно. Вот такой вот фоамиран. Вот. Еще для зелени есть. Я вот такой вот делала траву. Тоже очень круто смотрится летом на фотографиях. Красиво смотрится. Еще есть вот такая зелень. И вот такую я тоже делаю, кстати говоря. Я ее хочу фоамиран попробовать разрисовать. Все, буду с вами прощаться до следующего видео. Следующий цветочек будет уже обычный, не разрисованный. Есть идея, поэтому обязательно с вами ей поделюсь. Будем вот такая. У меня просто все цветы либо красные, ой, либо синие, либо голубые, поэтому хочу сделать красную стойку и вот персиковую стойку с розовым хочу сделать, чтобы различие было. Здесь вот у меня еще одна стойка. Вот этот я провожу мастер-класс живой. Этого пиона из Азалона. И запишу мастер-класс тоже обязательно. Девочки, в общем, у меня зазвонил телефон. Я не договорила. В общем, те пиончики будут у меня в группе ВКонтакте. Все подробности смотрите. Вот. Этот цветок вот на свету вам покажу сейчас. И будем с вами прощаться. Вот так вот. Можете не разукрашивать, но мне кажется, что так смотрится интереснее. Можете без желтой серединки сделать. Я хочу именно, чтобы у меня все эти... Эта стойка была с желтой серединкой. Цвет мне очень нравится. Но на камере он светлее. Когда-то светлее, когда темней. Вот. И тут такая вот стоечка. Просто сейчас светло. Я вам решила заснять, пока светло. Смонтирую, сейчас выложу как раз. Вот, диаметр я сказала, все сказала, в принципе. Все остальные подробности о других цветах я расскажу во влоге. Вот. И буду делать скоро другой цветочек на эту стоечку. Так, и длину стебли я тоже сказала. Все, я вам в этот раз сказала.